Всем привет! Сегодня мы поговорим о защитном оборудовании, которое используем в наших занятиях по историческому фехтованию. Ну, в первую очередь, это различные виды шлемов. То есть шлемы нужно брать тренировочные, ни в коем случае соревновательные, так как они намного дороже. Тренировочные же стоят своих денег. То есть это может быть шлем как для рапиры и шпаги, так и для сабли. Для сабли он, я думаю, попрочнее. Второй, значит, вид оборудования – это пластиковый нагрудник. Для женщин и мужчин они немного отличаются формой, но задачу свою выполняют, так как останавливают и принимают удар на себя. На нагрудник одевается защитная курточка. В зависимости от производителя, она, значит, в нее вставляется определенный тоже протектор, который распространяется по всему корпусу, рукавам. Также принимает и распределяет удар. Кто хочет взять, допустим, курточки подороже, есть такие кожаные варианты, но это уже кому что нравится. Следующий момент – это перчатки. Зачем нужны перчатки? Вроде бы рука у нас защищена гардой, но, в общем-то, часть ударов все равно приходится на пальцы, поэтому их необходимо защитить. Здесь могут быть как и классические перчатки, которые используются в фехтовании, так и из любых других видов спорта. Защита паха, потому что и туда прилетает удар. Также можно использовать различную защиту из других экстремальных видов спорта, но вот более всего подходит хоккейное оборудование. Так что об этом тоже стоит задумываться. Желаю успехов. Пока.